Алло. Алло, алло. Вот, в общем, вот так вот. Блять, активацию поставил. Так, чё там, блять? Ты запустил игру? Я еще не запускал Да, нихуя. я не знал, какой ник поставить. Вот, в итоге поставил синтек Ебать. друида. Кринж, нахуй. Я тоже Да не знаю. что-то не хочется ханта удалять из-за ника. Так, короче, у меня тут выскочила табличка. Похуй. Hardware changed, блять. Reload default settings, нахуй. Это что значит? Я не знаю. Я не вижу, что у тебя происходит. Ну, типа, если перевести, получается, Hardware, это что, жесткий диск изменился, блять. Перезагрузить дефолтные настройки. А чё, зачем? Хуй знает. Нет, нажму нахуй. Нажал нет, короче. Похуй. Но я закинул папку с игрой просто в себе на диск D, потом через WoW.exe запустил. Ну, я тоже. У меня какая-то, блядь... Ебать, я эскап нажал, и все закрылось, нахуй. Сука. Чуть не вкуриваю, так и должно быть. Ну-ка. Хочу синематик смотреть. Так, еще какой-то синематик. Пиздец, как громко. Так, давай. Style. Так, РП. Блин, что такое? Там вообще два сервера, так что... Вот плеер vs плеер нам не надо. РП, ПВП тоже не надо. Значит, вот это зеленое РП, да? Have strict naming. Там решаешь что-то, я на первом уровне вызвал пока жара вот эти бля, погоди, тебя тихо слышно, пиздец. Так, а как тут тебя, блядь? А, во. Правая кнопка мыши. А я когда-то тебя уменьшал на 70%, смотрю, блядь. Нормально. Еще игра громкая. Так, ты, Гриш, создал? Да. Этого быка, блядь. Да, быка, друида. Ебать, вот какой я сейчас. кринж. Так, ну вот бык, друид. Так, цвет кожи, будто у меня чернокожий, нигер там. Нормально. Черный надо. Так, коричневый, черный. Блять, что так много оттенков? Ну, коровы разных цветов бывают. О, во, черная корова. Так, лицо ебало. Какое-нибудь суровое. Похуй, сойдет, короче. Хэйрстайл. Блядь. А почему хэйрстайл рога меняет? Хуй знает, какие взять. Ты какие рога взял? Я взял, которые прямые. Короче, хуй знает, какие-нибудь... О, большие, какие-нибудь широкие. Там есть еще в бок широкие, с одним рогом, маленькие роги какие-то. Там еще бороду можно поменять. О, я черные рога взял. Теперь. О, борода, нахуй. Че, брать бороду, нет? Три косички, нахуй. У меня две косички. У меня три, короче, будет, нахуй. Хорош. Так, все. Акцепт. Короче, другие. А имя какое, черт? Будет фури. О, хорош. Так, сейчас я когда в игру зайду, надо, блядь, звук уменьшить, нахуй. Потому что, блядь, пиздец, у меня голова ёбнется, нахуй.
Ну да, я сейчас наушники надел, чтобы с тобой разговаривать, звук тут, конечно. Тут еще когда дождь идет, вообще пиздец. Да я уменьшу нахуй сейчас все, блядь. Это вообще, блядь. Сука. Такая музыка, что прям, блядь, концерт какой-то. О! Так. Once a nomadic people. Закрыть нахуй. Окей. Так, сейчас погоди, блядь. Где этот звук, нахуй? Мастер волюм, нахуй. На 10%, блядь. Так, саунд уменьшить. Музыку уменьшить, блядь. Всю эту хуйню вообще уменьшить, нахуй. О, заебись. Так. Короче, блядь. Это ты? Нет, это да. Ты. А ты где, блядь? Да вот я перед тобой. А, нихуя, сейчас, подожди. Интерфейс. Ебать тут интерфейс. Не такой, как текст панели. А ты поставил русский? Да. У меня тут все русское. Текст с панели статуса, имена NPC, ваше имя, фон, это что такое, нахуй, похуй. Так, чувствительность мыши, похуй, короче, окей. Так. Теперь... Там автовыбор себя включи, там вот controls, там справа, в верхнем правом углу автовыбор себя включи. Там, когда исцеление кастуешь, чтобы тебе не нужно было себя выбирать. Ага. Нихуя не понял, я тут ищу, где это, дальность от отдаления, блядь, сделать побольше. Камеру? Ну. Это, наверное, сейчас, сейчас я тебе скину консольную команду. Или управление. Чё, тут нету, типа? Макрос надо делать, что ли? Ну вот, как на Сирусе, там, типа, этот, Макс. Кэм, дистант, 50, что такое. Сейчас. А, еще оконный режим тут делается, нет, блядь. Подожди, это где, блядь? Видео. О. Вот тут, наверное. Читай, блядь, не вижу. Где тут оконный режим? Я тебе в Дискорде скинул. А оконный режим-то есть вообще, не? Оконный режим, да. А где он? Настройки видео. Так, настройки. И вот там, вот режим в окне. Галочку. Режим в окне, блядь. А где он, блядь? В верхнем правом углу. Вон там, где 24-битный цвет. А, макс размер, блядь. Так я в окне уже, что хуй пойми, блядь. Там. Да. О, текстурки теперь... можешь на максимум поставить. О, теперь в окне, заебись. Так, ну-ка, текстурки. Тройная хуеризация. Вот эта вся хуйня. Курсор, блядь. Сглаживание. Всю хуйню просто. Так, что там? Тираем текстуры. Все на высокую, да? Это что такое? Анизотропная фильтрация. Масштабировать интерфейс. Поменьше, да, сделаем, нахуй. Окей. Ебать, что происходит? Так. И что? И где ты взял эту хуйню? Я тебе в Дискорде скинул. Не. Ну это... И что, и какой мне ставить? 3-4? Оба. Оба? В смысле? Оба. Разными макросами? Ну да, сначала первый, потом второй. Это он даже на Сирусе так же. Типа, чтобы максимальную дистанцию выставить. Надо через консоль прописать. И все, вот один раз прописал. И заебись. Блять. И что еще, блять? Сука, значок выбирать надо, что ли? Так, окей. Так, вот один. Так, а где у меня панели, блять, интерфейс? Тут панели есть где-то, блять? Да, интерфейс, доп, или не доп. Так, вот панели подрубили. Да. Показывать там вот это. Так, окей, нахуй. Ебать, что происходит. Я какой-то широкий или наоборот, нахуй. Может... Ну, ты вот сейчас настройки поменял, тебе, наверное, перезайти надо будет. Но у меня норм в целом. А, да у меня тут этот, не мой экран. Вот, вот я свой сейчас поставлю. Окей, блядь.
сука. А на каком уровне там, блядь, на пятом, по-моему, облик медведя, блядь, есть? Я не помню, честно. А, вот, вот здесь вот парень, вот который режим хардкора переключить. Так, сейчас, погоди, блядь. Еще, так, один макрос. Сейчас скажу, на каком уровне. А хуй его знает, на 10-м, может? Так, 1, 2. Так, ну давай проверим макрос. Раз. Так, вот я могу отдалять. А второй нахуя нажимать? Еще дальше, что ли? Да. Ну, типа... Вроде как да. Нихуя. А что у меня подлагивать стало? Это так сервак лагает или так долго? Нет, тебе надо будет перезайти. Ты же настройки менял. Графики. Если менял, то перезайти надо будет. Ну, по крайней мере, у меня ничего не лагает. Это, вот, наверное, а... Да. Так, что это тут? Квест какой-то? Вот этот парень. Подойди к нему, у него квест можно взять. Ебать. А он пишет нахуй эту хуйню еще. Я типа... Не могу. А, тебе надо будет зайти в интерфейс и там, короче, в дисплей показывать текст квеста сразу. Вот. Ну, это чтобы не читать. А, ну, вкратце, он просит, короче, мясо и перья принести. Вот. На каком, вот тут подойди. На каком уровне там? Что? Этот, облик друида. Вроде на 10-м. Я не помню. Так, вот здесь, по крайней мере, у тренера нет. Хардкоре, и чё, ты взял эту хуйню, да? Да, принимаешь и сдаешь квест, и ты станешь типа в хардкоре. Тебя добавляют, короче, в гильдию специальную. Здесь, типа, можно найти, ну, типа, с кем поторговаться, либо найти пати в подземелье. Бать, кринж. Да, это лагает, походу, из-за того, что у меня установка идет, блядь. Понятно. Ну, я, короче, первый макрос нажимал, а второй не нажимал. Подожди, а. О, все, давайте. Инвайт. Все, теперь мы в группе. Друзей здесь нету. Ебать. Типа мы только когда заходим, можем группу кидать, а так в кореша нельзя добавлять, типа. Нет, друзья нельзя. Никак. Ебать. Ну, может, есть, но я просто не нашел эту кнопку. Вообще. А, вот, добавить друга. На О нажать надо. Все, ебать, добавил. Сообщение, пригласить. Прикольно. Вот. Где-то здесь был... Финиш у меня это установилось. Ебаный этот Microsoft Edge. Иди нахуй. Нахуй он мне открывается. Так, вот какой-то квест. Мы будем какие-то бонусные брать эти сложности? Вот здесь они. Типа там рюкзаки вот эти. Да нахуй, может, ну вот. Ну вот режим черепахи, он вот он получается опыт срезает на 2 только на мобах. Вот. И на каждом 10 уровне там будут плюшки. Ну вот сумки 100% бы нам пригодились. Бесплатно. Короче, черепахи, да, говоришь? Да. Остальное все хуйня, по сути, там пизды. Вот глиф войны, то тебя могут отпиздить. Глиф варгант, это вот чтобы шмотки только белые и серые таскать. Экзахушен, там, короче... У тебя опыт во время отдыха не, ну, типа, дополнительно не растет. Но зато ты прокачиваешь навыки в 2 раза быстрее. А, хуйня бесполезная. Вот. Ну вот эту, давай черепаху возьмем, блин, да и все. Да, только нам нужно две медные монеты. У тебя есть? А, ебать. У меня 0 монет, нахуй. У меня 0 монет. Сука. О, я знаю, я сейчас броник продам. Какой броник тебе пизды дадут без броника, блядь? Так ты танк. Сука, что такое интерфейс, вот. Блядь? Какой я танк? Я еще не танк, нихуя. У меня, блядь... Вот, вот глиф The Turtle возьми. Это что, ты мне 2 дал или 1? 1 монету дал. А где я еще одну возьму? Надо кого-то отпиздить. Да вот, глиф The Turtle, там она стоит 1 монету. А. Вот, глиф of The Turtle. А чё, блядь? Пока только могу сказать, чё... Вон, I like to buy a glyph. А, Eat и like to buy. Вот эта хуйня. А я эту хуйню тыкал. Так, resistant, блять. Это шо?
Self-resistant, это что такое? Так, это бродяга, это черепаха, это война. Вот черепаху тебе надо. Остальное... Можно, конечно, войну взять, он на 30% опыт повышает, но да. Если нас убьют, то это пиздец. А я, когда на ханте качался, к нам в локацию прибегали типы 60-го и просто всех убивали. Так что... Да нахуй надо. Вот. Вот, ну и все, все, все остальное не тыкай, все, теперь у тебя вроде есть этот режим. Где там меня? Вот в книге заклинание способности там написано. Там будет типа slow and steady, типа, написано. Slow and steady, блядь. Луз 5%. Ну, это только при смерти, но у нас и так одна жизнь. А, типа мы крутые, нахуй, да, вообще? Ну да, умирать нельзя. Еще вон можешь варстомп вытащить на панель. Так. Это вот можно оглушить на 2 секунды. На 8 ярдов. А где назначение кнопок-то, ебать? Че, их тут нет? Escape, управление. А, управление. Ебать. И вот, и там все эти. Так. Кнопка действия. Так, ну вот эти поназначаю сейчас. Так, Z, X, C, блядь, V. Чихуя ты. F, блядь, G, нахуй. И капслок, нахуй. Все. Так, что там вытащить этот топот, да? Ну давай, топот. Так, а еще надо вот эти вот F1, блядь, F2, F3, F4, F5, все пойдет. Так, шо, блядь, кому-то пизды надо дать, да? Так, ну ты квест первый взял, да? Там 2 квеста было. Ну да, какой-то взял там. Так, нихуя 2 быка, блядь, просто. Один белый, другой черный. На, нахуй. Нихуя. Уработали. Ты все спиздил, что ли? Нет. А хуй знает, да что. Я вот сейчас только сейчас подобрал. Ну нам, короче, нужно собрать 7 мяса и 7 перьев с них. Надо собрать. А, с этих петухов. Так, да. А у меня автолут вообще стоит? Нет, где он там в интерфейсе? Автолута, shift правой кнопкой мыши. Я не знаю, как поставить автолут. Ну как-то он должен быть, блядь, что за хуйня? Ну как-то должен, но вот правой кнопкой мыши знаешь, что можно. Shift и правой кнопкой мыши. Блядь. Ты уже пиздишь мобов. Вот попробуй подобрать. Так, ну давай, shift. Ну shift, да, забить. Все, пошли пиздить. Короче, это история о двух героях, нахуй. Это, блядь. Один из них решил, блядь, пойти по пути... От хила, блядь. Ну-ка, shift. Опа, блядь. Другой решил превратиться в злобного, грозного, грязного медведя, блядь. Гризли. Нихуя. Я нажал какую-то эту хуйню, этот гнев, и моб сказал стоик, нахуй. Ну да. Это... ты, кстати, раз уж планируешь танком быть, то тебе надо прокачивать навык ближнего боя. И чтобы тебя мобы пиздили. Ты можешь открыть, ну, типа, информацию о персонаже, навыки, и там, короче, есть weapon skills и... А, ну, пока только это. Вот, там, типа, defense, claze, stays, вот да это думаю, все. Да, я думаю, медведи прокачается, это все хуйня. Вот, я, видишь, его отпиздил, как 22 клетанул, нахуй. Хорош. А что не пиздится, нихуя? Я так понял, у нас это... Лут немножко делит игра между собой. Смотри, к спалке, блядь, в спину. На, нахуй. Так. 22 просто критую. Хорош. Ебать, я жесткий. А что, у тебя есть там лут? Нет, мне пусто показывает. У меня есть, да. Так, надо, короче, лут групп. Free, fall, all. Короче, а как вот. Это поставить? Каждый. Я уже поставил, я поставил. Все, я буду с посоха ебашить, а ты эту хуйню кастуй. А когда у тебя... так. Ща. Что-то я не подбираю нихуя,
Ага. Нихуя. И чё, когда у нас, блядь, второй уровень будет? Снизу полоска. Пиздец. 88 из 400. Так обрыгаться можно, блядь. Чё-то через shift перестал, подожди. А, я Ctrl нажимал, нахуй. Он. Короче, блядь, на X2 шпилю там. Да, я видел, что ты пошел на ZBT. ОБТ, ОБТ, точнее. Хуйня, на самом деле, меня эта хуйня не интересует. Ну, чисто. Я пошел, что, ну, я думал, там, что-то, блядь, толковое будет, типа, блядь. Там нихуя не поменялось. Я на X10, когда там был, я посмотрел, каких боссов ты там бил, и вот вообще ничего не поменялось. Я смотрю, такой, ебать. Хуйня полная. Ну, меня, да, типа, не привлекает быть тестером, блядь, каким-то, типа. Если не можете сделать, ну... Я не хочу быть тестером. И мне не надо вот, ну, чтобы я был каким-то там топовым, что-то там лутал, блядь. Это... Как он называется-то, блядь? Ну, типа топ-гильдия, там, ФК. Мне вот эта хуйня, да, не интересует. Понял. Ну, у меня там кореш играет, он, блядь, релит. А я-то ебал релить, ну... Потому что мы его нахуй. Я вот буду релить, как мы бегаем, короче. Ну, заебись, нахуй. Хорош, хорош. Потом создадим гильдию, там слезы Алгалона какие-нибудь. Слезы Таурена, короче, вот. Так, ну я, короче, 7 хуйни собрал. И то, короче. И то, мне еще надо там. А вот это какой-то Humble Task. Это что такое? Я честно не знаю. Там надо было квест читать. Так. Какой-то там квест, блядь. Сука, сейчас посмотрю. Humble Task. А. Все ваши соплеменники разделяют общую гармонию. Мы всегда забудем. Моя мать ушла сегодня утром за водой к колодцу. А, уже прошло достаточно много времени. Могли бы туда заглянуть? Надо, короче, колодец где-то найти и вот... Ну, тут вот у меня найти. Никаких... Я вот... Я не проходил из Тауренов, я не знаю, ебать, вообще их квесты. Я помню примерно, где колодец. Ну, он где-то вот... Вон где Скамблейд Равины, вот это, где там, где-то, блядь. Короче, вот в ту сторону идти нам вперед, нахуй. Ну, по пути можно пизды всем дать. А что, надо профы было, да, выучить? Нахуй мы без проф. А где профы? Так, профы я... тут не было. А. Типа что с этих цапов? Вон колодец какой-то слева там. Вот, ну туда, наверное. Да. Сука, я уже хочу в медведи чаржнуться. Чего? А на Икс... На Личкинге там... Как он называется? Там с 5 уровня, по-моему, облик медведя. Смотри, как я его пизжу, блядь. Просто, блядь, в воздухе, нахуй. Спал. Там, по-моему, надо квестовую цепочку сделать на облик медведя. Я вообще не уверен. Там иди, у тебя, блядь, по-моему, лут в этой цапле лежит. Нет, я все собрал. И у нас общий лут. А я убил, там у меня лута нету. Ну, значит, и у меня нету. О, воду взять надо, короче, отнести обратно. А где вода, блядь? А, вот. Ну, она дала. Нет? Не, вот вода. А, вот вода. Ебать, вот сейчас бы ушел и пиздец. И пизды бы получилось. Ну! Так, воду взял. Water Princess, что-то питчер. Да, оно какое-то пиво похоже, блин. Вода, блядь. Нихуя, сейчас второй левел будет. О, хорош. Можно мобов побить, ебать, чтобы уровень быстрее апнулся. Засада. Сколько? 13? 13 опыта дали, а тебе сколько? Тоже 13. Нормально. Вон, за деревом моб. А, нахуй. Тупо с палки поебало. Хорош, хорош. Ебать, быки такие смешные, нахуй. Я в какой-то юбке бегаю, нахуй. А ты куда? Ты юбку продал, блядь. Ну да, надо же было этот баф получить. Эй, блядь, криш, вот тут, блядь, ебанём. Не, в юбке, нахуй. Мне меньше урона нанесут. Ну так-то да. Ну там вот, можешь посмотреть навыки, ты скорее всего уже прокачал, типа дефенс там до 5 очков максимум. Ну а со второго левела там до 10, наверное. Ну да, со второго до 10. Там.
Мне кажется, с таким режимом, как вот, который мы выбрали, мы все прокачаем по 10 раз, блядь, на каждом уровне. Ну да. Ну я вот на ханте играл, вот я арбалет, вот я на 14 уровне, почти 15, но арбалет я не докачал до максимума. Хотя я только им стреляю. О, первая броня. Нихуя, что там такое? Поезд, да? Два квеста каких-то, да. Хорош. Так, квесты берем. Сейчас, секунду. Так, вот тут парень стоит, можно квест дать. А ты где, блин? Вот я тут. Блять, надо на тебя какую-то метку повешать. А где метки, блять? А, вот он ты, блять. Что там у него? Так, 40 опыта. А что он хочет? И вот можешь обучение у него, изучить у него можешь этот... Mark of the Wild. Так, выучил. О. Так, а вот эту всю... 25 армор. Так, и вот он там в шалашке, типа, квест можно было сдать. В большом. Так, ебать. А как, откуда ты метки нашел? А где шалаш, блядь? Правая кнопка мыши, рей, таргет, икон. А, вот. Правая кнопка мыши. А у меня такой хуйни нету. На иконку мою. Может, или это, на свою. Может, это у лидера только есть такая хуйня? Ну, может быть. Ну, вот я поставил. Так. Вот эту хуйню, короче. Блять, надо квест-хелпер, чтобы мозга не ебать. Да, можно квест-хелпер скачать. Я просто промолчал, не сказал тебе, что он у меня есть. А, ну все, ты водишь тогда меня. Ай, блядь, сори. Так. Так, у меня какие-то яйца разбитые, блядь, в сумке, нахуй. Может их продать? Да, продай. Я вот полтора серебряных выручил. А тут все навыки надо покупать, поэтому ебать пригодится. Так, вот эту всю хуйню. О, тут еда какая-то, нога, блядь. Еда пригодится или ну нахуй, пизду? Вода, может быть, еда, не уверен. Короче, грудак у меня на 4 уровень есть, кожаный, нахуй, оставлю там, да? Бомжатский шмот. Чё, куда идти, блядь? Ну, туда нам надо. У тебя квест-хелпер есть, а ты не... Ну да, а я промолчал. Я просто думаю, бля, ну тут квесты же нет, подсказок, куда идти. О, прикольно, пусть походит. Ну так-то я пару раз скачал этого, блядь. Так, ну нам нужно котов поубивать. Котов и там вдалеке с кем-то поговорить. А чё, мы не пиздим всех подряд, блядь? Пиздить. А, точно, сори, надо пиздить всех подряд. Кто это такие вообще? Нихуя. Просто две коровы, блядь, героические, нахуй. С посохом разъебывают. Опа. Кожа поймал одну. Блядь, надо кожевничество выучить. Ну там, короче, сверху домик, вот. Да нет, да ты кожевку быстро прокачаешь. Ну даже если вот даже на этих не будешь срезать кожу. Так, чё, куда идти, блядь? Вон нам наверх там домик, вот к нему надо. Но вообще с этих мобов выпадает шкура квестовая. Какой-то мега квест. Какую-то хуйню одну из 10 утонул. А где домик? Так, ты утонул, да, одну из 10? Ага. Да, ты выполняешь этот квест. Ебать, еще подойти надо к тебе, блядь, на рядом, чтобы квестом поделиться. Затыкай, да. О, сумка! Сумка? Ёбаный. Сумка шестислотовая. Хуяся.
У ворот, блядь, нихуя. Со спины, что ли? Ёбаный вот. Промах. Тут, кстати, с гуманоидов, когда мы в степи пойдем, там с них почти со всех падают зелья, лечение. Ага. Ну, с гоблинов. Вот с гоблинов 100% падает. Ну, не со 100% шансом, но падает. Читаем, блин, за своим хп вообще не слежу. Ну да, тут немножко проблематично то, что тут цифры не указываются. У меня вроде указываются. Или нет? Не, ну если наводить, то указывается, а вот так, чтобы глазом посмотреть. Как-то надо аддон ставить нормально. Вот, текст панели статуса. Это что, интерфейс? Да, Escape Interface Display, и вот вторая, текст панели статуса. А где дисплей? Это вторая. Вот интерфейс, вот в главном, вот Controls, потом идет дисплей. Ага. Так. Ебать, мы там поубивали, конечно. А он у меня стоит, ну поэтому это самое. А, ты видишь, да, Хелс и Мана? Ага. У меня не стояло. Хуёво, когда вот. Не стоит. Да, согласен. Вот, вот Минотавр какой-то. Нихуя, что он хочет? Говоришь, тебя прислал, хорошо, но имей в виду. Ага. О, палку даст. На выбор. Так, убить куда? 12 Бристик Белт. О, это, короче, надо будет вот этих свинолюдов убивать. Я танкую, блядь. Да ты можешь это гневом дамажить, в принципе. Четыре из десяти. Скоро левел будет. Да. 850. Так, 5 из 10. Нихуя. Типа пиздят. Бля, он... Помощь. Нельзя ему... Нельзя ему этот баф кинуть. Он другой Долг. Челик, да? Ну он тоже типа это... Он без хардкор. А. Нет, он хардкор. Там сверху над головой Still Alive написано, значит это хардкор. Наша гильдия. Да. О, два моба осталось убить. Все, последний где-то там. Моб. О. Так. Блин, когда таланты появятся? Таланты на 10-м. Тут таланты немного другие. То есть, если ты гайд посмотрел в интернете, он не подходит. Ну, я там не гайд смотрел, я там изменения смотрел, там у друидов что-то там объединено, ну, блядь, что-то... Да, медведь. Там, короче, теперь, когда ты бьешь, ну, в форме кошки или медведя, то ты наносишь урон от палки и плюс еще 100% урона от этой же палки. Ну, то есть там умножается урон на 2, чтобы они дамажили. И еще там, типа, по квестовой цепочке дают специальную палку, и с некоторых боссов тоже, типа, рисованные палки появились для друидов, танков и кошек. Чтобы они, типа, танчить могли и дамажить.
А для типа ветки хила добавили, короче, облик бревна. Вот. Ты, короче, будешь бревно, а я буду... Да, можно в бревне ходить, но у меня типа скорость уменьшается на 20%, но общее исцеление увеличивается. О, 10 из 10 эту хуйню собрал. Ну, я еще нет. Вот, если тебе надо, короче, на русский чат переключиться, ты можешь написать, короче, join.ru. Вот так вот, join.ru. Вот, блядь, я ж через точку написал. Блядь, нихуя. Короче, вот А, я не могу разговаривать на этом уровне. Я понял. Все, у меня одна кожа осталась. Жесткие истребители, блядь. Уборской живности. Во, вот это пишешь, короче, через слэш, и это, можно на русский канал переключиться. Все, я вс... у меня вс... все, у меня 10. Так, ну что, сдавать идти или что там? Нам еще этих иглобрюхов надо убить по пути. Вон, видишь, там, где такие лианы, камни. Там нам пизды не дадут? Не знаю. Ну, у нас это, новые умения только на 4-м уровне будут. Тут вот паладины, кстати, проработанные стали. Тут, блядь, у них умения вот в печати там сделали как-то по-классному. И у них еще этот удар воина света... С 8-го уровня появился. Угу. Сам приехал. Вот. Ну а нахуй. Хорош. Топот, ебать. Громовая поступь, ебать. Ой, нихуя, там красные мобы, что ли? Battle Boar. Боевой... Боевой... Кто? Бор. Вепрь. Какая-то хуйня, блядь. В сумке 3 слота только свободные, блядь. Ну, потом ты это все продашь, и все, просто деньги. Это деньги. Нам надо так в натуре по... периодически один кастует другой, типа которого пиздит, тут палкой бить начинает, ну чтобы не сбивало эту нахуй. Ну да. Ебать, страшно, там нам пизды дадут. Не, он 3-го уровня. А, нормально тогда. Ну-ка иди сюда, блядь, ублюдок. Говно собачье, зло вонючий. Вот так, нахуй. Да можно просто стоять и кастовать, если мы вдвоем будем магию кастовать. Тут вот 4 заряда можно подряд сделать, потом мана кончается. Я вот кастую. Он сколько? 20 мана стоит, у меня 84 мана. Вот. И вот, вот здесь, короче, надо их... А что надо сделать? Брист мейк белт. С них, короче, предмет какой-то падает, походу. Вот там, блядь, получил пизды. Мана кончается быстро, пиздец. Ну да. Да, а пока дойдешь, она отрегенится. Вот тут, кстати, кто-то есть. Кто-то пиздит. Так что мы. Да, так что мы это не пропадем. Наверное. Тут же не резнутся 1000 мобов. Они вон редко стоят. Да.
6 медных. Один из 12 к этой хуйне. Блять, пиздец. Вот эту хуйню надо собирать. Ну ладно, опыта апнем. Опа. Хуярим, ебать. Прикинь, нас отпиздят, блядь, на 59 уровне просто, нахуй. Ну, я смотрел, пока играл, там чаще всего, типа, умирают на 50-м. А почему? Она, ну, там, этот, чумные земли. А чё там? Там же, ну, там квесты сложные, я не знаю. Я не знаю. Ну, вот, не знаю, если ты видел видосы, там, как бы, трэша очень много. Может, так, из-за этого умирает. Так мы туда не пойдем, не больны, все. На 50-м? А больше негде качаться, только на чумных. Ну, может, еще вот новые локации. Вот там, что там, Гилнес, может быть. Ну, я не знаю, какого уровня. Какой, тут не отмечается. Какой чумный, блядь? Есть Винтерспринг, он, по-моему... А, точно. До какого он, блядь? Ну, да, он примерно так же. Там еще можно Хиджал потом пойти после Винтерспринга. Тут можно вон карту открыть, там вот, что там? Там а вон у меня Интерспринг рюкзак заполнен, блядь. О, сука. И хиджал. Нихуя. О, хорош. Хорош, она выпала прям нормально. Так что, блядь, что тут так темно, блядь? Так ночь. Ой. Уже пол, это, без 15.2 на сервере. А я думаю, что за хуйня? Мы в какую-то пещеру думал зашли, блядь. Так. Бля, ебать, 60% шансов падения. Мы тут сколько убили? Ничего не падает. А что должно выпасть? Ну вот, вот этот предмет квестовый, который мы сейчас с них собираем. Тут написано, что шансов падения 60%. Он не падает нихуя. Он не падает. Хотя я не знаю, сколько у тебя. О, у меня 2 из 12. Ну, у меня еще ноль. А нет, одна. Вот Торрен. Вот Воин. Тут слева мобы. Мешки, блядь. Резистит, блядь, охуеть. Я, кстати, еще заметил, что у нас немного лут тоже разный. Вот у нас квестовый айтем один, но при этом у тебя может его не быть, а у меня вот он подобрался. Так что тут мы... Нам просто не везет, несмотря на то, что мы в одной пати. Вот три пояса. У меня два. Буду долго тут защищать будем. Давай вот этот квест, короче, доделаем и все на сегодня. Ну, сдадим. Сдадим. Я пойду почилю еще. То еще в льду идти там, блядь. Махать топором. Шеем. Его знает. О, 4 из 12. Заебись. Везет, везет. Какая моба охуевает, просто по 2 гнева въебала получает. Так, маны нет. Он слева, парень. Так, это выход. Мы к выходу пришли. Заебал. Касперский выскочил. Обновимся, блядь. Обновись, блядь. Так. Что там, блядь? Хули они не резаются.
Вон тут резнулся. О, вижу двоих. Пять из 12. Мать, это, конечно, черепашья хуйня в натуре. Мне кажется, самое безопасное будет прокачаться на мобах. Каких-нибудь, где трава есть, где это есть, какая кожа, блядь. Не знаю. Ну так-то да, в целом. Но, ну вот, допустим, были бы мы магами, магами проще было бы это защищать быстрее. А так, мне кажется, на квестах и вот в инстах, в подземельях. Не, ну это само собой, но мне кажется, блядь, не обязательно прям только на квестах. На квестах, мне кажется, когда вот прям скучно становится, или там лут какой-нибудь, может, хорошая триня там, блядь, с квеста идет, тогда можно делать. А так, на мобах чилить и все. Ну, хоть, так-то да. Хоть и долго, но все равно время пролетит. Не знаю, сколько это по времени занимает на классике. Учитывая цифры, которые дают опыта, блядь. Так, средняя прокачка WoW Classic. А чё вот этот Steel Alive, если бы мы тоже такой же взяли Warglyph, мы бы тогда ему пизды могли бы дать, да? Или он бы нам... Нет. Ну, типа, если бы Альянс пришел бы. А, только с Альянсом. Ты где там, блядь? Тут наших мобов сейчас отпиздят. Бегу. Толпа набежала. Ебать народу. 5 уровня. Давай быстрее, хуярь мобов. Давай, 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 давай. Опа, я сейчас пойду другого сагрю. Переагрю. Давай, 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 давай. Опа. Ну они, видать, за другим квестом прошли. Не, походу, магов пошли бить. А нет, магов нам тоже можно бить. Блять, так, нихуя нет. 6 из 12. Не, они походу за другим квестом. О, там в палатке кто-то там... есть. Да, какой-то гуманоид. Шиф, Стар, Спук, Хорн, Ментал. Ебать. Что ты прочитал только что? Имя. Имя персонажа. Так, я агрю Лео. Надеюсь, не справ... О, никто не сагрился, заебись. А... Блять, нихуя не выпало. А это кто, блядь? Он нам пизды не даст, это кто? Бристлбэк шаман. Ну, он кастер. Сейчас я его подведу. Вот, я его сейчас сагрил. О, кастует какую-то хуйню. Все, пижен. 6 из 12. Ну вот это кто, блядь? А там, ну это босс локации. Наверное, квест будет какой-то, типа, убейте там его там. Из чего квестовый айтем не падает? Вот сейчас нам могут пизды дать, блядь. А мы этого босса ебанем сейчас? Так, не, если не двигаться, не заметят. А, заметили. Вот этого босса, но он 5-го, мы 3-го. Но может быть, да, я сейчас на фулл ману. Опа, еще один заспавнился. Опа. Так хардкоры проебывают, блядь. На. Какой-то резкий. Я предлагаю просто мобов побить, а не его забить. Босса не пиздить? Ну там еще рядом с ним двое же были. Они потом заспавнятся и пиздец. Оп, кайтинг, кайтинг. Аккуратно, сзади тебя бобр. 7 из 12. Там турен 7 уровня. Бля, где он прокачался? На мобах? 8 из 12. Чё, давай моба босса отпиздим. А там появи, там уже резнулся его
Сосед. Причем он рядом с боссом, так что, скорее всего, они оба сагрятся. Так. Пойти этих побить тогда. Вот там сзади еще. Эти Battle Beast Beckle. Да, простите за мой английский. Я когда квесты на ханте делал, о, боже мой, я там такие слова писал. Вот еще двое в палатке. Восемь из двенадцати. Почти собрали, на удивление. 9 из 12. Нихуя. Вон там наверху кто-то есть. Нихуя. Ебать, кабан, кабан согрелся. Интересно, есть вуду для ванилы? Да, да, есть. Да вообще там куча модов. Я открыл этот список типа для Turtle Wolf аддонов, ну вот этих. Там их вообще ебать. Я не стал разбираться, скачал только... Чё я скачал? Ну вот только Quest Helper вот этот. Еще для ханта я там скачал полоску, типа, которая показывает, когда он выстрелил. Откат, типа, до следующего выстрела, чтобы можно было кайтить. Вот, тапочки одел. И все, по-моему, ничего не скачал. А что за хуйня это? В клетке? А нахуй в клетке, как его освободить? Ну, видать, никак. Кринж. Опа. Брат, там сумка была. Похуй. Так одень ее, ты ее просто залутал. Вы залутал? Да. О, нихуя, зеленая сумка. Зеленая сумка. Ебай. Нихуя, у меня теперь три сумки. Ой, две сумки. Блять, я этого типа залутать не могу. Похуй, значит. Не, можно вот отсюда. Не лутается. Ничего нет. Похуй. Так, чё, босса мы точно не будем пиздить. Он нам пизды даст. Мы можем, конечно, попробовать, но я помню, когда я это на Сиру сидел по приколу, типа, давай, давай, в итоге мой тиммейт сдох, а я телепортировался что-то, блядь, за 0-0-0-0 одну секунду до того, как босс меня бы ударил. Я там еще со скалы спрыгнул, чтобы босс меня не цапнул. Вот. Потому что мобы вот так зарезались резко и все пизды давали. Где ж лут нахуй? Так, тебе ну... сколько осталось? А сколько у него хп у этого пидора? 102. Так мы его ебанем, наверное. Если он не бьет по 100, блядь. Че, ебанем? А... Ну, давай, попробуем. Вот парень, ему квест нужен. Прикинь, хардкор нахуй заново начинает. А он не хардкорный парень. А, ебашь. Я чувствую, блядь, он сейчас пизды нам даст, нахуй. А, нахуй. Три медные. Ну, я думаю, это стоило того. Кринж. Что-то, блядь, лута нет, нихуя. У тебя сколько сумок? У меня уже 11. У меня что-то нету. Я 8. А, еще у меня этот DPS мейт стоит. Вот я сейчас посмотрел наверх.
Вот 11 из 12, хорош. О, хорош. Ну вот все, можно как раз к выходу идти. Там, наверное, сумки две выпадет. Сдадим квест, пойди, будет уровень или нет? Ну да, будет, должен быть уровень, по идее. Опа, нихуя не выпало. Нихуя не выпало. Тут, кстати, резистор по-другому работает. Урон не уменьшает, а в плане, что полностью поглощает. Ага. Все, у меня 12. У меня еще 11. То я, блядь, кидаю по типам стоек. Ну, я тоже иногда стоек. Опа, все, брат, жми камень. Если мы все равно уйдем, он откатится там КД час, правда. Так, а камень куда меня? Туда, в это, в деревню? Ну, на базу, да. Все. Так, что тут? Квест какой-то новый. Еще у него еще квест есть. Да, еще. И там справа у женщины еще два квеста. У женщины? У коровы имеешь? Да. И да, нам дают, если ты сейчас квест сдашь, там как раз четвертый уровень будет. Так, а где квест сдать? Вот, он в палатке. А. Так, что там выбрать, блядь? Правая рука мейс или став? Став бери, палк. У тебя и навык прокачан, и в целом полезная хуйня. Так, заебись. Там где этот став, нахуй, одеваем. Хорош, теперь я буду гасить. Так, надо продать парашу всякую. Где, блядь, торговцы? Так, что продаем? Эту всю хуйню продаем, да? Ну а. Да, там почти все. Такое, что надо не забыть одеть. Яблоки, блядь, старый став. О, а у меня часть квеста какой-то. У тебя есть Totem вот этот? Of Hankwit, да, его сдать надо будет. В следующем поселении это где это? Вот шкуродерку прокачать, вот это все. Так. Грудак одеть. Да, заебись, а то у меня тканевый был. Штаны одеть. Заебись. Нихуя, у тебя есть грудак? Хорош. У меня нет грудака. Зато есть мощные трусы. И запы одел. Хорош, я вообще одетый теперь. У меня 4, короче, серебра и 39 медиа. У меня одно серебро. О, а обилки-то прокачивать надо. Где там? Да, обилки надо прокачать. Вот, вон там, в домике. Вот. Друид-тренер. Надеюсь, мне хватит бабла. Вот. Да, хватит, хватит. Так, что тут у нас есть новое? Нихуя. Все, что зеленое. Ну там вот Монфайр и этот. Омоложение. Омоложение. Ебать, медведь Монфайром играет. Сука. Так, ну давай. Омоложение. Кринж. Нихуя! Ну-ка, наложи на меня омоложение. А что, оно тебе лежит, по-моему? Не, еще раз наложи. Нифига. Может быть, иметь только одно омоложение. Не стакуется. А сколько оно висит? 12 секунд. Нормально. 32 хп за 12 секунд. А целительное прикосновение лечит 39 за 1,5 секунды. Так что омоложение это говно получается. Да, все равно пригодится мне. Ну все, короче. И по мании самое... одинаково затраты. На сегодня я все, короче, блядь.
Ок. Ты только без меня не качайся там, блядь. Ну ты, короче, напиши, когда ты будешь свободен, и все. Я обычно ночью в сети, когда у тебя рейды заканчиваются, и после это, когда ты просыпаешься, наверное, я тоже в сети. Ну ночью, я... если только у меня выходной будет, так-то мне сейчас... Ну у тебя время-то сколько? Вот у меня сейчас 7 часов. У меня 9. А, ебать, настолько все плохо. У нас... Ну ладно. Ну да, значит, ты спишь в то время, когда у меня ночь. Ошибка вышла. Короче, получается, что завтра, например, у меня нету РТ. Вот. Завтра можно часик посидеть. Ну, где-то с 17 по МСК, чтобы я там после работы не заебывался. Ок. Тоже часик деньги ебануть. Ну все, напиши тогда, я буду в это время свободен. Ага, ну все, тут офимся. Только ты, блядь, не прокачивайся без меня, блядь. Да, так, окей. А то я зайду там 60 уровень, блядь. Не, нихуя тут качаться долго, там 8 дней, короче. Надо аддон еще поставить, ну ладно, похуй. Для аддона надо. Выходной какой-нибудь. Ладно тогда, до завтра. Да, давай, пока.